Насадка 124К. Вот так вот. Для начала просто создаем такую сердцевинку. Теперь еще раз проходимся. Теперь начинаем понемногу раскрывать наш пионушку. Пионы зачастую, они как бы не совсем раскрыты, да, то есть они такие в полуоткрытии. Так вот. И теперь делаем листву. Вот такой получается пиончик. И сразу укладываю свой пион на тортик. Вот так. Повторяем все точно так же. Делаем базу. Берем насадку 124К и опять создаем с вами бутончик. Вот так. Насадка 104 для листвы. Делаем такой более закрытый бутон. И укладываем его на тортик. Такой бутончик. Продолжаем делать пион. Также можно сделать пион и без применения базы. Берем просто насадку, отсаживаем вот так небольшую базу. Начинаем ее накрывать. Получаем вот такой вот более закрытый пиончик. Вот так. Переносим его на тортик. Опять повторим все то же самое. Смотрите, можно еще сделать. Так, помним только единственное, что у нас это не роза. Мы просто используем насадочку. Сделали.
раскрываемся. Такой полураскрытый бутончик. Сделаем более закрытый пион, но с элементами сердцевинки. Для этого возьмем насадку с маленькой дырочкой. Я не буду делать базу, так как хочу, чтобы сердцевинка была видна минимально. Хочу такой более просто раскрытый пиончик. Вот так. Ну и как всегда наша насадка 124К. Самое главное так сразу прикрывайте. 5 лепесточков. Такой лохматый пиончик. И 104-й делаем, как всегда. Зелень. Такой вот лохматый пион. И укладываем его на топ. То же самое повторяем с несколькими пиончиками. Насадка 104. Делаем такие маленькие цветочки. Разбавляем пионы. Воспользуюсь вот таким сухим красителем и слегка насадкой лист розы.